Можно ли самореализоваться молодежи в Беларуси? Как? Я ведаю, что ожидаю от життя, и могу здійснити это. Я занимаюсь любимым делом с друзьями, и то, что мы делаем, это реально меняет мир. Я индивидуальный, без границ для творчества. У меня шмат магчимостей и перспектив, и я користуюсь ими. Знают ли молодые белорусы о своих возможностях? Давайте узнаем их мнение. А знаете ли вы что-нибудь о молодежных организациях, которые работают в Беларуси? Нет. А участвовали ли вы когда-нибудь в тренингах, семинарах? Знаете, что такое неформальное образование? Может, слышали? А когда-нибудь у вас был опыт волонтерской деятельности или работы? На первом курсе мы картошку собирали. Участие, может, в международных волонтерских лагерях или обменах? Нет, никогда не участвовала. Мы ведаем. Ты хочешь ведать? Приходь до нас.